Всем привет, дорогие друзья, с вами Totem Paltom, мы продолжаем играть в ARK Survival Evolved. И тут мы решили то, что поскольку Greenerf уже, к сожалению, сворачивался, буквально в то время, через час уже был его вайп, мы решили то, что напоследок мы можем себе позволить сходить на Альфа Маэдера. И мы это и сделали. Кстати, если кому интересно, могу выложить ролик, как мы проходили еще Альфа Рокува, поэтому пишите в комментарии обязательно. Ну что ж, всем приятного просмотра. Проект Ark Dream приглашает игроков на старт PvP-кластеров 5 февраля в 18 часов по московскому времени. X10 кластер с возможностью 15 человек в трайбе, томлением Ди на X10, выращиванием 5X и другими настройками, облегчающими игру. Также присутствуют моды для комфортной игры. Добавлено новых два мода – Avisom Teleportress и Classic Flyers. Кластер X100 на 5 человек в трайбе для игроков Epic Games с бесплатными картами, также добавлена аберрация. Помимо этого, промокод TOTEMPALT, который действителен спустя 3 часов старта кластера, на приятную денежную сумму в игровом магазине в описании, включая паблик ВКонтакте. Заходи на Ark Dream, покажи свой скилл. Боже, торчит. Она там прячется. Она будет прятаться, пока мы не выманим ее. А это можно сделать, только убив ее детей. Нихуя себе. Пиздим ее детей. Ебать, а хп-то быстро уходит. А спинозавра достать нельзя, информатирую. Ух, нихуя там. Нихуя там рыбка. Стрелять? А пока стрелять. А он внизу, если что, Вова. Нападать на него, что ли? Бей ее. Толя, пиздись на месте. Еба, какая рыбка сасная, я бы такую зажарил. Не надо, пожалуйста. Я имею в виду на сковороде. Типа альфа, она супер сложная, как я вижу, я имею. Нет, будете, ее вообще кто кусает. А мы можем маленьких угрей хватать? Если да, то это будет облегчать нашу задачу. Типа, ребята, а где вообще? Я вижу только еще кого-то одного, здесь еще два человека. А где еще тебя? Вообще чем занимаешься? Ты не бьешь ее часом? Я ее бью. Так я под ней. Так, нормально. Ух, нихуя, надо вверх плыть, да? Теперь она опять заберется обратно. Что теперь делать? Ну, теперь убивать угрей снова. А где они? А вот эти. Вон они помещаются. Бля, а это он ставит на аду. А и сам домашний. Что-то он не хупал. Только они в вас бьют, осторожно, у вас хп может ему улететь. Кто бьет вас? Угри. Они когда электричеством бьются, они вас самих задевают. Не помогите, у меня, блядь, два этих пиздюка. А чё ж ты так на них напал? А ко мне второй сам пришел. Ну, сука, жаба фраера сгубила, я все-таки одного... Жаба? Жаба. Жаба, ё. А мне похуй, у меня легендарная броня, я клал. Мы убьем Маэдера. Ух, блядь. Что, ты испугался, что ли? Да, страшно было. В тузах. Нихуя! Там, ты там нужно, чтобы кто-то и в туза, мне кажется, зашел, и в туза и заходил. Сейчас в туза попробую зайти. Все, пусть надо, может, вначале одного, потом второго и так далее. Давай. Ну, блядь. Тупая осьминожка, повернись ты ебалом к ней. Что, мы как-то вообще делили урона, то есть... Ну, слушай, мы как бы нихуёво урона-то ей наносим, смотри. Да и она нам тоже достаточно много бьёт, вообще-то. Мы победители по жизни.
меха домашняя. А ты что, за меха прекратил играть? Не, пожалуйста, не играй за меху, ё-моё. Ребята, я давно уже на тусике. Смотрите, как охеренно у нее полоска хп убавляется. Это ж кайф. Типа я хотел расстрелять только с этой пушки все заряды, а она так стреляет тупого. Я надеюсь, что там выстрелы такие. Тут и проиграть реально можно, ё-моё. Можно. Смотри, мы, блин, сносим себе, сколько ей за один такой заход. Поэтому реально, если бы мы делили урон, то все было намного... Не, стой. Смотри, как у нее быстро полоска-то добавляется. Да, и у меня уже меньше половины, если тебе интересно. У меня также. Все же бьют, надеюсь? Все вроде бьют. У нас один тусик тупой вообще. Так это лох, ё-моё, нападает. А че он не нападает? Я ему подсвистнул, чтоб на арену. Сын, у меня сейчас будет прям лоу хп, поэтому я скорее всего... Не, есть надежда, есть надежда. Смотри, как у него быстро надежда отлетает. Надежда есть, да, присутствует. Охереть, это ведь не на выращенных. Ну давай ты, ёбнись. Охренеть, сколько у вас хп? У меня 31 тысяча. 26 тысяч, ё-моё. Давайте вместе убивать пидорасов мелких. Я сейчас кому-то иду на помощь, не ебу кому. Ай, блядь. Сука, вот эта стадия хуёвая самая. Блядь, если б не её пиздюки, конечно. Карас... У нас пиздец с тобой немножко, не чувствуешь? Да нормально. Да блин, да... Да развернись, сука, эта каракатица. Давай, сука. Сила вместе держаться. Наверное, если бы это были тусики хоть первого поколения, было бы проще. Было бы легендарных сёдл не хватает. Так, давайте вот этих двух... Я так думаю, если еще на лоха пересяду. Лох, он вообще хитованный или как? Типа его били? Ну он сейчас тоже кусает. Так, все, нормально. Последнее. Чисто на убийцу давайте. Это последнее наше. Ой, да, надо его бить, он хилится. Бейте его. Ну, смотря как. Смотря что значит, по-моему, его убить. Я вон там, блядь. Давайте, пацаны, чисто. Это последний заход должен быть, мы второй не вытянем. Ну да, это последний. Если что, так турелями добьем. Ой. Чего? Так винтовками. Ты что, дурак? С так винтовки я постреляю, мне похуй, я до последнего буду. О, бля, затягивает водоворот. Водоворот. Да, я только не вспомнил. Но он затягивает меня. Блять, а нахуя этот водоворот-то, блять? Чтобы был. Знаешь, как-то странно выглядит, как будто бы его делал разработчик. Ну вот гамма, она типа супер легкая, а вот альфа она сложноватая уже, как видите. А что нам за нее дадут-то, кстати? Всякие хорошо, награды, выполненную миссию, хорошо. Трофей. А, нет, трофея не будет вроде. Или будет, я не помню. Блять, водоворот, пизда. Ёбаный рот. Кстати, шанс реально присутствует, мы уже сотню висит. Да мы ее убьем сейчас. А у вас сколько урона тусит? Ну, я, у меня по 600 ебашит. Не, я имею в виду в качестве. По 300% где-то. Чего? Бля, пацаны, хуячи этого. Пацаны, у него уже 100 тысяч осталось, давайте, нормально. Давайте, блядь, до последнего, хуй со всей хуйней, и она сейчас умрет. Все. Я уже знаю. Кто-то, возможно, из нас умрет, но она тоже не сахарок, ё-моё. Давайте. Никто не попал. Да, я вспомнил времена, когда я босс. Блядь, давай, давай, давай! Давай! Я на себя ее взял. Что? Да нет! У тебя 40 тысяч осталось, она жива. Она охуела. Чё? Пацаны, надо вместе собраться, слышите? А, так. Вверх, все пойдите вверх. Давайте. Давайте все вверх.
Давайте все вверх, убиваем этих челов как можно быстрее и убиваем ее, а потом добиваем прям. Я, если что, с так винтовки постреляю, мне похуй. Да, реально, хорошо. Я кексы. Кексы? Бля, где самый пиздец, кому помочь? Да тут всем, в принципе, помочь бы не помешало, я так тебе скажу. Да я-то сам сейчас откинусь, прям чувствую. А сколько у тебя там? Да хер знает, на донышке, блять. Некогда смотреть. Нормально. У меня 20 тысяч где-то, видишь? Мне тоже плохо, ё-моё. Раньше этих угрей, кстати, мелких хватать можно было, чё-то почему-то нельзя, странно. Я думал, обычные электрофобусы будут выплывать по твоим рассказам. Ну, так, ну, угри, но не электрофобус уже, это слишком слабо было бы. Еще есть? Да, еще 4 штуки. Давайте, все, добиваем ее. Добиваем их и добиваем ее. Бля, один юный угорь. Бля, все, выплывает. Все, ломаем ее, парни. Ломай, суку. Ага, давай, мы там как-то, мы русские. Мы русские, с нами бог. Давай, жри, унижай. Жри ее, блядь. Унизим ее, давай. Давай, унизим. Унижай. Во имя гнобим, вайпа. 10 тысяч, гнобим. Все, умрет, три, умрет. Две, одна. Нихуя. Да. Так гранатомет, пацаны. Четко. Ешь. А в ней ничего нет? Это по идее нет. Нет, в ней ничего нет вроде. Ладно, там мех стоит еще. Нормально. Нихуя, вот так башку дали, флаг ее дали. Прикольно то, что Даня убил, и в итоге ему все награды дали, а мне только флаг с головой. Мне флаг с головой, у меня разблокировалось это. У меня... Вот такой вот получился ролик, подписывайся на канал, ставь лайк, пиши комментарии, всем удачи и всем пока.